До конца месяца здесь будет парковка. Практически мы все любые свободные места, которые в Курме есть, и которые можно сделать парковки, мы сделали. Потому что это, ну, люди просто одна из самых важных. Будущая парковка у 14-го дома на Красногорском бульваре пока представляет из себя неосвоенный пустырь, перепаханный строительной техникой. Это наследие Су-155 и, можно сказать, один из последних неблагоустроенных островков в Павшинской пойме. Таким когда-то был весь микрорайон. Увидеть результат преображения глава Госсанитехнадзора Московской области Татьяна Витушева приехала лично. Дело в том, что количество жалоб в ведомство из поймы резко сократилось. Если в прошлом году их было больше 1000, сегодня только 28. 10 лет этой проблеме решалось на раньше, в течение практически 10 лет, больше на бумаге. Объяснялось, почему это нельзя сделать, почему это невозможно сделать, а это сделать невозможно никогда. Пришел новый руководитель городского округа, и почему-то сразу все стало делаться. Значит, наверное, был вопрос в желании. Найти подтверждение цифр на практике глава надзорного ведомства смогла, пройдя по главным бульварам Павшинской поймы. Теперь они соответствуют названию. Только за весенне-летний период здесь высадили около 400 крупномерных деревьев и еще сотни маленьких. Установили бордюрный камень вдоль пешеходных артерий, разбили больше 1000 парковочных мест и модернизировали 25 дворов. Ну, я смотрю, у вас тут нового много чего хорошего появилось. Много, да маловато горок, детишек много, ага. Не хватает. Элементов? Элементов, да? Да, маловато, складная это только. А было раньше? Вообще ничего не было? Ничего не было. Ничего. Все на связи, работают, стараются, действительно видно движение. Все нравится, все, что тут есть. Карусель, качели тут есть, горка, всякие там рукоходы и трубы. Все это мне больше всего нравится. И я сюда хожу каждый день. Двор на Красногорском бульваре 17 попал в программу комплексного благоустройства. Игровая площадка была расширена, при этом удалось учесть мнение жителей при реорганизации парковочного пространства. В том, что это не исключение, Татьяна Витушева убедилась, посетив Ильинский бульвар и Павшинский. Вместо припаркованных автомобилей на газонах теперь красуются сосны. Вердикт от ГТН. Этот микрорайон больше не тянет на депрессивный и неблагоустроенный. За короткий промежуток времени, всего за несколько месяцев, что-то решено, что-то в процессе решения и планы на решение оставшихся проблем, которых здесь тоже как бы очень много. Эта работа идет. Вот это было очень важно, и нужно было понять, в правильном направлении движемся.